Друзья, добрый день. Решили записать прямой эфир и анонсировать завтрашнее наше интервью. Первым, кто даст интервью мне, это будет Денис Бабенко. Интервью мы будем писать завтра, а сегодня у вас есть возможность до завтрашнего дня озвучить те вопросы, ответы на которые вы бы хотели услышать от Дениса. Вот, Денис. Он вошел в тройку лучших, вы сами его выбрали, да, вот те, кто проголосовал на нашей страничке «Выборы до Покровской ОТГ», там есть у нас рейтинг, и вот Денис Бабенко, он вошел в тройку лидеров, и поэтому первое интервью будет с ним. Денис сейчас вкратце расскажет о себе, кто не знает Дениса, познакомьтесь. Добрый день, меня зовут Денис Бабенко, я являюсь главой управления благотворительного фонда «Мисто Милосердия», являюсь волонтером, военным капелланом и активным жителем города Покровска. Вот. Ссылочку на страницу Дениса я сброшу снизу в комментариях. Также я сброшу ссылочку на наше рейтинговое голосование. Какие есть вопросы, задавайте в комментариях. В принципе, готовы выслушать каждого, готовы ответить на все вопросы. Завтра у нас мы пишем интервью, и я думаю, на неделе мы его смонтируем, опубликуем. Будет очень интересно. Не стесняйтесь, задавайте прямые вопросы, которые вас интересуют. Мы будем предельно точными в этих вопросах и отвечать правду. Нам нечего скрывать, поэтому мы будем рады, если вы нам зададите прямые вопросы, те, которые, может быть, даже нам и неудобны. Все, спасибо. Будем... огромное, ждем ваших вопросов. Все, до свидания.